О чем спорят ключевые чиновники и банкиры, Дмитрий Анопченко с подробностями из штаб-квартиры Международного валютного фонда. Открытые заседания, когда для всех, кому не хватило места в зале, выступления на огромном экране транслируются, и закрытые встречи, куда ни прессу, ни посторонних не пустят. Как Брекзит ударит по Европе? Доверят ли криптовалютам? Или это вообще пустышка? На какие реформы соглашаться, а какие могут подождать? Об этом чиновники и первые лица банков тут, в Вашингтоне, говорят. И публично, и тет-а-тет. А для журналистов осенний саммит – возможность расспросить даже самых неразговорчивых сотрудников МВФ. На пресс-конференции главы Европейского департамента фонда первый же вопрос об Украине. А точнее, о ценах на газ для населения, которые МВФ рекомендовал стране рассчитывать по новой форме. Формуле, а значит поднять. Мы ожидаем, что украинские власти будут выполнять эти договоренности, которые предполагают определенное увеличение тарифа в энергетике. Конечно, мы всегда можем обсуждать и время, и технические детали, но думаю, это очень важно. Но речь не идет о том, что тарифы должны повысить уже сейчас, о чем писали в СМИ. В разговоре с нами финансист еще раз уточняет, фонд готов дать Украине время. Если принципиальное решение о переходе на новую формулу и, соответственно, на новые цены официальным Киевом будет принято. Необходимо на этом сделать сейчас упор. Опять же, временные рамки могут обсуждаться, но в целом нужно двигаться к тому, чтобы пересмотреть формулу цены. Для МВФ этот газовый вопрос – то, что тут называют prior action. Одно из ключевых условий, без которого вряд ли дадут новый транш. Так же, как и пенсионная реформа. Но руки стране никто не выкручивает, делится с нами министр финансов. Тут немає там МВФ проти України, Україна проти МВФ. Тут, ну, це абсолютно неправильно. Інколи це так говориться, вимоги МВФ. Або там, а чи ви погодитесь на вимоги? Не питання вимог. Це співпраця. І МВФ нам тут партнер. Тому у нас абсолютно відкриті відносини, ми все обговорюємо і так чекаємо результатів. Чтобы достичь договоренности, в том числе и по газу, есть еще два дня. В пятницу уже обсудили пенсионную реформу. Тщательно, до деталей. Министр уверяет, и МВФ, и Всемирный банк этот законопроект поддержат полностью. В условиях, когда страна продает сейчас евробонды и в бюджете появились серьезные деньги, может возникнуть соблазн и с МВФ, и с предлагаемыми фондом реформами несколько притормозить, раз уж в новом транше нет острой необходимости. И вот те, с кем мы разговаривали в эти дни здесь, в кулуарах Вашингтонского саммита финансистов, как раз и предостерегают от подобного сценария. Мол, не стоит рисковать, ведь заморозив процесс сейчас, выждав время, можно потом очень долго его восстанавливать. А еще практически на каждой встрече с украинской делегацией тут поднимают вопрос борьбы с коррупцией. И для МВФ, и для Всемирного банка это один из маяков, без которого, и это дают понять четко, движения вперед не будет. Из штаб-квартиры МВФ, Вашингтон. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер».